номер, все там кое-что загрузились. Обязательно номер телефона в описании я оставлю трансфера. Прям рекомендую, если вы поедете в Абхазию, звоните им, чтобы за вами приехали прямо в аэропорт и привезли до отеля. И относительно это недорого стоит. Ну, а пока мы едем до границы. У нас вот такие прекрасные виды, но сейчас ЖД дорога. Хотел снять там у нас линия моря, что вообще. Мне не повезло с погодой, что дождик у нас берет. Надеюсь, мы пока едем, но не станет. Сейчас все будем перебить. Что у вас там, как зали? Хорошо. Хорошо? Папа, расскажи, как ты веришь, вернулась или я перевернулась там? Мы едем до границы, уже после границы включимся. Сегодняшний день – это Сочи автодром. Побывать на этом мощнейшей трассе. Сейчас хожу, узнаю, дадут прокатиться мне или нет, дадут картинг прокатиться или нет, ну или хотя бы попасть в музей. Узнали мы по поводу проката, завтра будет все известно от погоды. Ну вот, зато сейчас сходим в музей. И посмотрим, что у нас тут. В музей зашли, и сразу тут вещи интересные такие. Посмотрите, Феррари, кроссовки, какие тут крутые, конечно. Ничего не скажешь. Ну, сейчас посмотрим. Обязательно сходим дальше. Мы только начинаем. Сейчас на стенде Феррари. Ходим, смотрим, так прикольно, конечно, картины всякие разные. Что это? А, это вон. Интересно сделано. Ну, такой музей интересный достаточно. Пошел буквально там за минут 10-15. Я-то думал, у них тут выходишь и выходишь уже на сам трек. Но, к сожалению, говорят, нет. Тут что-то зайти нельзя. Там, короче, говорит, идите и все. Я говорю, ну, типа, все, окей, пойду туда. Решил перебраться все-таки к своим. Сочи парк, и фишка в том, что поехал на этом гребаном самокате, где нигде нельзя припарковаться. Ой. Ну, радуюсь, что нашел, сейчас я запарковал, сейчас пешком дойду и пойдем вот сюда. Зашли мы в Сочи парк, прикольно, возможно, какой-то даже мини-Диснейленд, то есть на русский лад, но погода, конечно, сейчас не радует, но... Тут так красиво. Сейчас попробуем по локации найти своих. Как они там мне объяснили, дельфинарии. Они, кстати, без меня уже в дельфинарии сходили. Сейчас будем прорываться к ним. Ну, конечно, круто. Ничего не скажешь. Готовы, дети? Да! Тогда полетели. А мне туда можно или нет? Нет. Почему? Просто не подходит, не проходит. Да. Просто не хватает тебе. Не, вот на ней можно было, в принципе, не так страшно. Лика крестится. Лика! Короче, схема такая. Диме это отдали всех детей, и они куда-то бегут там. И вот, если я не ошибаюсь, на эту красную хрень. Не ошибаюсь, что? Нет? Нет. Вам не страшно? Уже нет. Да вы что, серьезно? Сюда можно. А почему вы бежите? А? Потому что мы детей сдали. Вот что значит, от детей избавились и побежали на аттракцион. Вообще. Молодцы. Не, они бегай. Есть, мы увидимся? Надеюсь.
Просто Не-не-не-не-не-не. Это просто, это бабушки. Че, прям круто? Вообще, конечно. Ради этого бизнеса, это да. А че, надо было телефон взять? А я не могу. Да, ок. До свидания. Забирайте. Че? Посмотри, какой пульс. Короче, я забыла, как посмотреть, потому что у меня руки дрожат и ноги. У тебя какой пульс? 78. У меня нифига. У нее сердце бьется. Я не знаю как. Ладно, мы сейчас все куда идем. Я говорю, что решили вот на этой еще хрени. Это так страшно. Вон, видишь, побежали. Опять бежим. Лиля, ну тебя прям слышно из толпы. Ну что, рассказывайте как? Нормально, но жутковато было. А кто из вас там больше всех кричал-то? Я специально кричала. А, ты мне не показалось, да? Нет. Красавчики. Мы покидаем этот замечательный парк и уходим дальше, идем. Вон мама у нас прошла, да? Спасибо, до свидания. О, счастливо, пока. Все, пока Юля тут с Аней валим. Да, мы сейчас вот сюда идем. Где самолет садится? Ну, тут такой шикарный вид. И вот это за троих мы отдали, ну, можно сказать, 2-300. Но это того стоит, конечно. Конечно, стоит. Это очень круто. У меня тоже, потому что я хочу игрушку. Побывать в парке и не прокатиться ни на одной карусели, это про Петрович. Что такая? Да ладно, долгий, давай мне сюда, это... Спасибо, пойдет. Нормально пойдет. Ну, на границе с Абхазией мы встретили нашего друга Стёпу. Вообще фотает себя на мой же телефон. Ну да, смотри, вообще беспредел. Могу я с тобой? Стёпа маленькую экскурсию нам делает. А